Вы смотрите видео об отеле «Алма». Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель «Алма» расположен в стране Израиль в регионе Нетания и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Отель «Алма Бутик» расположен в центре города, в 350 метрах от пляжа. Расстояние от аэропорта Бен-Гуриона 50 километров, 40 минут езды. Отель «Алма Бутик» расположен в самом центре города Нетания, недалеко от туристического центра города. Отель находится на тихой уютной улочке. В историческом здании, построенном 50 лет назад, это была одна из первых гостиниц в городе. Здание отеля полностью восстановлено и адаптировано к современности. На первом этаже расположено молочное кафе с большим выбором выпечки и блюдами французской кухни. Рядом с отелем расположен небольшой продуктовый магазин. В отеле «Алма Бутик» два этажа. На территории отеля имеется, гости бутик отеля «Алма» могут отдохнуть на просторной террасе с паром. За дополнительную плату предлагаются услуги прачечной и няни. В номерах есть бесплатный Wi-Fi, кабельное телевидение, кондиционер, сейф, телефон, телевизор, холодильник, фен. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть прокат велосипедов. Для детей есть детский парк, расположен в 5 минутах ходьбы. Пляж – в 10 минутах ходьбы от отеля. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.